Всем привет, с вами Music Mag. Сегодня мы будем писать необычный видеосюжет, делать видеообзор на конденсаторные микрофоны и их работу в студии. В качестве эксперимента мы также возьмем один ленточный микрофон. В этом тесте будут принимать участие микрофон AKG Perception 220, также микрофон AKG Perception 420, прекраснейший микрофон Joymic GM47A. Далее Rode NT1A. Микрофон Octava, ленточный ML53. Микрофон Octava MK319. И завершать наш тест будет аудиотехника AT2035. Микрофон AKG Perception 220. Ва-кузнецы молодые кузнецы. Микрофон АКГ Perception 420. Ва-кузнецы молодые кузнецы. Микрофон Joymic GM47A. Ва-кузнецы молодые кузнецы. Микрофон Rode NT1A. Ва-кузнецы молодые кузнецы. Микрофон Octava ML53. Ва-кузнецы молодые кузнецы. Микрофон Octava MK319. Ва-кузнецы молодые кузнецы. Микрофон аудиотехника AT2035. Ва-кузнецы молодые кузнецы. Данный тест микрофонов производился в студии звукозаписи в заглушенном помещении на одних и тех же настройках микрофона для чистоты эксперимента. Так что вы прослушиваете аудиозаписи, данные на хорошем оборудовании, и выбирайте тот микрофон, который вам понравится. Спасибо за внимание.